В результате сейчас сложных исследований компании Google оказалось, что печку лучше всего топить мокрыми хвойными деревьями. Потому что благодаря смоле, которая находится в хвойных деревьях, тепло приобретает не только высокое октановое число, а еще и помогает окружающей среде. Если вы мне не верите, прочитайте на Википедии. Да. Спасибо за внимание. Справочник по шизофрении прочитайте. Справочник по известному вам наименованию.